Начинаем второй раунд. Я прошу поддержать наших игроков. Ребят, правила второго раунда очень простые. Вы будете слушать мою подсказку и будете торговаться, кто из вас за какое количество секунд угадает. Начинаем от 7. Кто в итоге соглашается и больше не торгуется, соответственно, один из игроков угадывает. Если он не угадывает, другой игрок получает балл. Если угадывает, этот игрок получает балл. И игра идет до 3 баллов. Вот. Я также хочу вам напомнить и порадовать вас, что тот, кто победит в этом туре, такое обязательно у нас будет, его фрибеты удвоятся. Фрибеты, заработанные в первом туре. А я напоминаю, что фрибет сегодня наш равен ангольской кванде, дорогие друзья. Поэтому мы начинаем второй тур. Итак, внимание, слушайте мою подсказку. Герой, связанный с этим звуком, оборачивает численное преимущество врага против него самого. Со сколько секунд вы угадаете эту мелодию? 7. Я могу попробовать угадать эту мелодию с 6. А я могу попробовать угадать эту мелодию с 3. Угадывает? Сдаюсь. Ладно, Максим. Сдаюсь. Угадывайте. Возможно, я эту мелодию угадал бы и с одной ноты. Это «Легион Командер», ее дуэль. Правильный ответ, Максим! Ты зарабатываешь 1 балл. Ну, вы также начинаете торги. Второй звук. Этого персонажа можно встретить либо в доте, либо в пекарне. Хорошо, попробую угадать это с 7 секунд. С 6. Хорошо, попробую с 5. С 3 попробую. С 3? Да. Ну, это снова риски. Я думаю, что... Максим, надо идти. Ваш ответ. Пускай пробует. Пробуйте, Олег. Итак, 3 секунды у вас есть, чтобы угадать этого героя и его спел. Слушаем. Легкий, легчайший. А еще раз мы не можем проиграть. 3, 2. Сдаюсь. 1. Сдаюсь. Вы сдаетесь, балл получает Максим, у него 2 балла. Максим, а может быть, вы знаете? Нет, я не знал. Это Underlord. Underlord. 2 балла. То есть Максим сейчас может выиграть и выйти в гранд-финал. Последний балл ему остается. Я предлагаю, Олег, тебе собраться. Окей. 3 звук. Камни. Один из любимых элементов этого персонажа. Максим, за сколько секунд вы угадаете этот звук? За 3. 3 сразу же. Олег, можете рискнуть? За 1. А можете... 1? Да. Вот это максимум. Ну что, Олег, вы угадываете? Слушаем. Ну, это медуза. Это медуза. А как называется спел? Stonegaze. Правильный ответ, Олег! И Олег зарабатывает 1 балл, и следующее право начать торги у него. С помощью данного скилла персонаж действует как врач, но только наоборот. Итак, Олег, со скольки секунд вы будете угадывать этот звук? 3. Олег рискует, ему нужно это делать. Да. Он проигрывает 2-1. Ну ладно, у меня еще есть шанс, пробуй за 2. Пробуешь за 2? Ладно, за 1, все, поехали. Все, 1 секунда, Олег, угадывает нас, поехали, звук. Ну? Это Death Prophet и ее Spirit Cypher. Это правильный ответ, Олег! И он сравнивается по баллам. 2-2. Итак, при встрече с этим персонажем нужно быть внимательным со своей манной. Тебя, Олег, за сколько секунд ты сможешь угадать этот звук? Ну что, манососов у нас не так уж и много. Так. В доте. Интересно мыслишь, Олег. Ну что, 6 попробуем. Сразу перейдем к 3. К 3, да? Фу. Барабанная дробь, Олег. 2. 2. На такой риск я не готов. Играй. Да ладно. Интересно у нас. Максим, ты можешь сейчас проиграть. Ладно, давайте слушать этот звук. Это Леон и Мана Дрейн. Это правильный ответ! И Олег Ласкиров переходит в финальную часть. Спасибо за игру, Максим. Вы были великолепны, но, к сожалению, вам немножечко не хватило, чтобы пройти финальную часть нашего турнира по угадыванию звуков из Доты.
если бы я умел петь, то сейчас бы не вел эту передачу и не объявлял нашу суперигру. Итак, встречайте нашего сегодняшнего победителя. Это Олег Ласкиров. Олег, ты готов к суперигре? Да, конечно. Говорю тебе правила. У тебя есть 30 секунд. За это время ты должен нагадать 7 звуков из доты. Соответственно, если ты понимаешь, что ты знаешь этот звук, ты как можно быстрее нажимаешь на кнопку, время останавливается, и ты говоришь название этого звука. Угу. Если звук для тебя не знаком, ты можешь его пропустить и послушать следующий, и потом вернуться к нему. Все понятно? Вроде бы да. И я тебе хотел бы напомнить. У тебя, знаешь, сколько фрибетов? Нет. 240. Если ты угадываешь все 7 звуков, твои 240 фрибетов умножаются на 7. Угу. Вот так вот. А если не угадываешь, то бонусом ты получаешь плюс 5000 фрибетов. То есть в любом случае ты в плюсе. Плюсе, да. Да. Но я хочу играть в суперигру. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Итак, суперигра начинается! ОД Astral Imprisonment. Он нет? Нет. Тогда дальше поехали. Угу. Что-то такое близкое и родное? Да, что ты всегда хочешь получить в игре. Это звук, мне кажется, конца Aegis. Да, это звук Aegis of Immortal. Правильно. Продолжаем. Следующий. Дальше. Следующий. Это, мне кажется, руна Инвиза. Все правильно. Следующий. Это Urn of Shadows. Все верно, Олег. Это похоже на Реген. Все верно. Это тоже правильный ответ, Олег. Поехали. Итак, дальше. Следующий. Это чей-то Хекс. Это Sight of Fast, все верно. Итак, возвращаемся к тем мелодиям, которые ты не смог угадать. Нажми пока на кнопочку. Подумай, этот предмет дает тебе неуязвимость в каком-то смысле. Его иногда под фонтаном покупают. Госкептер. Все верно. Да ладно. И последняя мелодия. Время истекло, нужно давать ответ, Олег. Это Soul Ring. Это Soul Ring, Олег, все верно. И ты побеждаешь в суперигре. И умножаешь свои фрибеты на 7. Поздравляем нашего победителя Олега Ласхиру, который выиграл 6680 фрибетов. На таком приподнятом настроении мы завершаем наш сегодняшний выпуск «Угадай мелодию доты». И в конце мне хочется пожелать, чтобы ваши троны были самыми защищенными. Увидимся!